кто из нас не любит текилу? Нет, конечно, такие люди есть, но их очень мало. Но в связи с ростом курса доллара, цены на текилу в магазинах стали особенно кусачи. Поэтому сегодня я расскажу вам, как приготовить текилу в домашних условиях. Ну, как и в любом продукте, самое главное – это сырье. А сырье для текилы, как известно, – кактус. Лучше всего выращивать за окном. Так они занимают меньше места и получают больше солнца. Но, к сожалению, в нашем климате очень холодно зимой. Поэтому пришлось сделать им такую тепличку, которая отапливается вот такой маленькой печкой. Чем жирнее кактус, тем нажористее получается текила. Вот это готовый экземпляр для производства. Сделана вот эта сложная, на первый взгляд, система. Но управляется она обычным таймером. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Ну, пошел полив. Это называется капельная. Капельница – это капельная линия. И сама система капельного полива. Так мы получаем замечательное готовое сырье для производства хорошего продукта. Ну а технологии переработки кактусов я расскажу в следующей серии.